Всем привет! Владелец разобрал машину, снял поврежденные детали и поменял подвеску. Теперь эта машина у меня в мастерской. Буду ремонтировать левую сторону. Заднее крыло и дверь будут заменены. Для этого у меня есть донорские детали. Установил машину на стапель и начинаю ремонт. Но сначала хочу представить канал моего друга. Можете увидеть много интересного. Подписывайтесь на канал GT Auto Repair and Frame. Ссылка в описании. Итак, разбираю и затем вытягиваю порог. Порог вывернут вовнутрь. Обрезаю часть обшивки порога. Внутренний усилитель тоже поврежден. Вытягиваем.
В этом месте я закончил. Теперь вырезаю кусок крыла, чтобы увидеть, что внутри. Теперь мне нужно вытянуть это поврежденное место. Чудненько. Теперь я удалю оставшийся поврежденный металл. Поврежденный металл удален, с донорского куска беру нужные мне детали. Теперь у меня есть нужная деталь, примеряю ее. Как можете видеть, порог немного не дотянут. Исправляю это. Thank you.
Теперь все хорошо. Устанавливаю детали, креплю саморезами и, если все хорошо, свариваю. Все зазоры прекрасные, свариваю. Сварочные работы закончены. Работа с металлом сделана. Последнее устанавливаю все детали. Моя работа закончена. На эту работу ушло 36 часов. We'll be right back.
А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!